Ramsey, we know a little bit about Danilo and Buffon, but I'm not sure they're going to change the dynamics of this. Last when he was at Roma, he was their best defender by quite some way. And when you look at the athlete, he is probably the best in Europe, playing out from the back. Here's Giorgio Chiellini. Mixed feelings for him, I'm sure. Comes right down to these two. Two of the greatest coaches. Derby match against Torino back in May. On the sidelines. Juve and their new. Changed in from last week's win at Parma. Giorgio Chiellini out for several months. Needing say coming into the new millennium. Now his Napoli team. Банучи, у него 19 номер. В паре с ним как раз вот один из новичков, дорогостоящий, можно назвать новичком, Игуаин, вернувшийся сюда, ну и против своей... Свободное пространство, Криштиану Роналду принимает мяч, два шага в сторону штрафной, готов уже к удару. The Juve, shortly after Merritt was sent off, is Cristiano Ronaldo. Fashilio, full of rush, and Ronaldo. Curiously wearing Napoli blue boots. Here's the chance. It's a good strike. Just hit. Ancelotti, who's won Europe's top club prize as both player and Nilo, has compensated for the loss of João Cancelo. Great support play here from Deschilio. Нет, там офсайд, нельзя. Дальше играть. Маркес Алан, удар по вам. Успеха. Вот так Наполи первой атакой своей отвечает, и угловой будет. Футболисты, которые вот так вот со скамейки запасных на позиции защитника. И... набрал шикарную скорость, и вот буквально в строку, да, уходит игрок сборной Италии, выходит вместо него на замену человек, но, может быть... Своего игрока. Пока он входил, они разыграли, оказалось, что Данило на позиции... Мог подключиться из глубины. Но мне кажется, еще не успел войти в штрафную площадь. Фантастическое развитие этой атаки, и, конечно, то, что забил Данило. Просто пауза, еще выкатывает под удар, вынимай. Добрый вечер, Ювентус, 13-й номер. Мяч попал в плечо. Здесь не было руки, и еще и бас на ход, Игуаин открывается. Но Кулибали ему не пройти, он прекрасно понимает. Смещается назад аргентинец, Кулибали тесно, что все сделал, Гонсало, 2-0. Ну что ж, возвращение. Идет дальше, сколько в своей жизни эпизодов таких он упустил.